Друзья, всем огромнейший привет. Знаю, что вы меня потеряли, девочки мои любимые, но были на то причины. Ой, пост выставила, да, насчет день рождения, тудым-сюдым. Господи, все, что я сейчас скажу, наверное, будет звучать отмазкой или как. Ну да, реально, у нас выключили свет, и света до утра не было. Я приготовилась, я подготовилась реально. Но ничего из этого не вышло. До того, как я решила снять на день рождения видео, я снимала видео здесь, на работе. Сняла почему-то, зачем-то я эту петличку прикрепила. И там такое... Я до сих пор это видео не удалила. Если хотите, я его загружу. Но там... Вот это вот все. Короче, страшное дело. Так, у нас, как обычно, без 15:04 утра. У меня люди только рассосались. В общем, решила сесть и снять видео. Наконец-то. Потому что сама очень соскучилась по вам, по всему вот этому вот. У меня молочко, у меня водичка, у меня белая гора, гурман, голуби, сливочный, чародейка и крымский, который обещали, что он будет соленоватый. Хочу начать с Белой горы. Белая гора. Видно, не видно. Знаю, что верите, что это Белая гора. Что ж тебя не вытащила-то? Ну что, поехали. Хрустит и без всякого микрофона, правда? Зачем я его тогда прилепила? Хотите, я загружу это видео? Ну, опять я думала, что начнется. Вот. Видео. Ой, фу, звук вот. Туда-сюда начнется, думаю. Не буду. Ну, в общем, что, друзья. Перемены у меня такие. Перемены были всякие. Мама уже как 3 недели у меня в Воронеже. Я ее проводила. Ну, как проводила? В аэропорт я не ездила. Была на работе. В общем, мама там. Теперь мы тут с Данилом сироты. Надо тоже потихонечку собирать документы. И тоже двигать туда, к маме. Ну, как и без мамы. Вот. Потом следующее происшествие. Меня цапнул кот. Дикий кот на улице. У меня вот, видите, нет? Видите, шишка гуляет. Как показать-то? Вот она, шишка. У меня такое ощущение, как будто у него там зуб остался. Вот, видите? Раз, два, три, четыре. Его зуба, и тут у меня 4 зуба. Я отбивала своего дымка. Отбивала от него своего дымка. Дымок заорал, я выбежала на улицу, и он там на него наезжает. Я наклонилась, думаю, ну, надо было как-то ногой его пошугать. Нет, я наклонилась, рукой иди, иди. Хорошо, что в глаза мне не вцепился. Дикий кот с одним глазом. Вот такая грудина, вот такая мордина. И сзади 2 яйца висят такие, знаете. Мой-то кастрированный. А там такой монстр местный ходит. И он, как, он, видимо, опасность почувствовал. Он как схватил меня за руку. Он мне прям на руке повис. Я не ожидала вообще, я была в шоке. Кот мой быстро в подъезд испугался этого всего расклада. Это было что-то. Короче, у меня рука вот так вот опухла. Мне давай мама писать: Инна, иди срочно от столбняка делай прививку. Туда-сюда. Ну, никуда я не пошла, господи. У меня же работа вечно. Куда я пойду? Вот. И потом вот это вот моя днюха. Толком не получилось отпраздновать. Приготовилась. Шампанское уже открыла. Все. Бах, свет выключили. Ёкарный бабай. Мобильные данные можно как бы было на них снять. Ну, просто снять как бы даже. Телефон не сел. Ну, лампы. Ну, как? Чё, в каком свете я буду снимать-то? Что там вы увидите? Я расстроилась.
руки опустились. И, короче, все опять затихарилось на неделю. В общем, вот такой компот. Сливочный. Тут 300 грамм. Скажите мне, ну как, без микрофона тоже же хрустит? Чего я его тогда прилепила? Сняла видео, сняла, господи. Видео минут, наверное, ну, на 10, около 10 минут. Давай прослушивать. Еще же проверила. Записала минутку. Вроде нормально. Когда уже видео записала, слушаю, блин. Кошмар был какой-то. Скажу честно, без вас я хрустела. Ну как не хрустеть-то? Еще подсадила своих девчат в гостинице на мел. Теперь им мел поставляют тоже. Ну куда мне столько самой? Одной дала чуть-чуть, все другое. И все объясняю. Это твердый, это мягкий, это такой, это сякой. Девчатам интересно. Давай подписываться на меня. Ну, в общем, короче, вот так вот. Вот такие у меня события случились. Монетизации нет. Даже вот помните, на прошлом году я корпоратив снимала. Минут на 30, наверное. Он у меня хоть там зеленым горел. Сейчас даже с корпоратива моего сняли монетизацию. Я вообще не понимаю, что происходит. Я же обещала, говорила, да, что хочу там другой канал туда-сюда. Некогда. Тупо некогда. Надо же собраться силами, надо что-то придумать, надо как-то подготовиться. Мне подготавливаться даже некогда. Я сутки работаю, двое суток работаю, двое отдыхаю. Прихожу сутки, почти сплю, похожу вареная. Потом сутки по дому. Я ничего не успеваю. Ну, сейчас мы с напарницей договорились. Туда ближе к сентябрю. Она... На 5 суток выйдет. Ну, это очень тяжело, конечно. Но у нее там этот... Дети в школу пойдут, там бабушка будет, там все как бы будет. Она сама хочет подработать. Ну, в общем, короче, на 5 суток я пойду отдыхать. И все. И дом приведу в порядок, к зиме подготовлю. И все. В общем, короче, все успею, все сделаю. Гурман. Это все от разных поставщиков, девчат. Я так похватала, нахватала... С коробок. Я, короче, сделала, купила в фикс-прайсе огромные коробки. А нет, такой же твердости. Думала, тверже сливочного. Да и вкус такой же бетонный. Что сливочный, что гурман. Короче, в одну коробку я сложила все глиномелы. В одну коробку сложила все мягкие. В одну все твердые, в одну все песочные. У меня вот так вот, чтобы не было там, чтобы знать, откуда что брать. В гурмане больше бетона. И еще какой-то привкус. Ну что? Вот так я сейчас скучала. Смотрю всех наших мелоежек. Обливаюсь слюной. Потом беру мелок, или, допустим, с Натальей хрум-хрум. Она что-нибудь хрустит, она же вечно аппетитно хрустит. Ее смотрю, тоже что-нибудь возьму. Вот так вот собраться с силами, чтобы никто не мешал. Почему 4 утра я снимаю? Потому что днем я не могу снимать здесь. Мне кто-нибудь постучится, кто-нибудь позвонит и еще что-нибудь. В общем, короче, вот так вот. Голуби, интересно, откушу. Ой, какие приятные. Какие приятные голуби. На ощупь. Почему глиномелы взяла? Потому что сейчас смотрю, на глиномелы кушают. Ну, так аппетитно. Ну, блин, думаю, тоже возьму.
Юлечка Пелеван, привет тебе. Очень рада тебя видеть в эфире. Предпоследнее вот это твое видео очень интересное. Рассказываешь про стройку свою. Тоже хочется что-то свое, чтобы не на дядю чужого работать. Ну, все в наших руках, правда же? Как мы живем, наш образ жизни, мы все это выбираем сами. Ну, все, вот так вот. Завтра мне домой. Так не хочется прерывать вот это вот, начать снимать и начать. Девчатам Натали Хром. Ну, в принципе, господи, Сабиночка, как я могла про тебя забыть? Сабиночка же еще регулярно выкладывают видео. Я так рада, я постоянно слежу, постоянно смотрю. И постоянно мне обливаю слюнями. Данька один дома опять, двое суток уходила на работу. Мама, я опять один буду. Я говорю, ну да, ничего теперь сделаешь. Надо на работу его устраивать. Куда-нибудь к осени что-нибудь придумаем. Пускай помогает матери, а как? Вкусно. Гора. Молоком как-то не очень. Водичкой лучше запивать. У меня аллергия от бассейна идет испарение. Там же химию добавляют. Бассейнчик приходит. У меня нос прям вот... Я уже к каплям начинаю привыкать. Нельзя к каплям привыкать. Я вот так вот уснуть не могу, пока не закапаюсь. Аллергия... Господи, надо место работы менять. Вот что надо. Сутками уже переставать работать. Короче, надо собирать документы. Место работы поменять, пока не уеду. В общем, как-то так. Ну что, мои хорошие, любимые? Я так соскучилась, правда. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. У меня, да, жизненные обстоятельства. Жизненные обстоятельства. Надо же, ну... Я всю жизнь была кошачьей матерью, как мама говорила, ты кошачья, собачья мать. Ну, всех перецелую, всех перенямкаю. Ну, чтоб меня кот укусил, вот так вот, что... Это сухожилие явно он мне перекусил. Никакой там не зуб, это мы так трещим. Это сухожилие перекусано. Но у меня вот эти два пальца первую неделю вообще не работали. Надо же так, а? В общем, ребята... Не буду обещать, а то я такая обещалкина, это капец. Надеюсь, скоро увидимся. Всех люблю, целую.